Бьешь и уклоняешься. Значит, уклон используют для перехода. Удар, уклон? Да, все правильно. Давай, делай. Левой в голову? Да, верно. Это забавно, но я понял один момент. Я думал об этом перед сном. Пикабу уже снится. Я думал, ты уклоняешься под правую руку. Но смотря на это сейчас, выглядит больше как движение головой, а после идет левый боковой. Может быть еще так. Уклоняешься, уходишь с линии, а после делаешь вот так. Подходишь ближе. Короче говоря, надо скрутить корпус. Да, только не забывай держать руки у лица, как до этого. Заходишь под руку. Давай джеб. Бей джебом. Джеб можно законтрить. Если бьешь джебом, то только два раза подряд. Если бьешь одним, тогда прилетит в ответ. Бьешь два. Также отбивая его удар. Никогда не бей один. Бьешь комбинациями. Двойной джеб, чтобы защититься. Ударами нужно буквально душить. Нет, не душить. Он будет отходить. Он может знать. Видишь, он отходит. Если будет так, не задушишь. Чтобы ты лучше понял, Майк делает вот так. Да, типа наклон. Не только голова, но и ноги. И ноги. Позиция всегда такая. К примеру, я делаю так, верно? Меняешь уровень. Красиво. Мне кажется, я часто этим пользовался. Но когда подходишь, уходишь ниже. Хорошо, давай двойной джеб и что-нибудь еще. Двойной джеб, уклон, левый боковой, правый прямой. Только постарайся сломать ритм. Да еще покажу. Двойной джеб и уход за спину. Уходишь сопернику за спину. Можешь показать еще раз? Стараешься зайти за спину. Значит, джеб, джеб, и потом... Во-первых, послушай, бьешь джебом, двойным. Не забывай про ноги. Ноги всегда должны быть подогнуты. Я сначала приседаю или сначала подхожу? Колени. Давай попробую медленно. И присядь. Да нет, сразу после второго удара. Вот так? Да. Как я понял, сразу после второго удара я начинаю резать угол. Сразу после второго удара. И потом бьешь хуком. Типа такого? Да, бьешь по слабому месту. Когда бьешь сюда, это вроде как легальный обман, за него не накажут. Вообще нельзя заходить за спину, но если бить так, то канает. Это как? Нельзя бить по спине в область почек. Нельзя? В боксе это запрещенный удар, да? По затылку тоже. Скажи, какое видео Майка мы смотрели? С кем он? Я всегда дрался грязно. Просто я говорю тебе, как это сделать легально. А вот это уже хорошо. Нормально? А теперь быстрее. Только ногами, не шоркой. Так делать не стоит. Никогда не волочись. Делай прыжком. Значит, всегда сохраняешь... Всегда сохраняешь напряжение в ногах. Ноги сильны, когда они согнуты. Прямые ноги не дают силы. Понял. У тебя должны быть плохие намерения. Бей так сильно, как можешь. Не промажешь. Давай. Да. Короче, вкладываться. Да, только... Когда ты сбоку, нужно бить в таз. Сюда, прямо сюда. Давай, подойди, покажу. Когда ты сбоку, бей сюда, понял? Можно сказать под ребро. Так, а ты специально учился бить именно в это место? Отрабатывал? Да, и под нижнее ребро. Можно сказать, почти в почку. В момент, когда соперник промахивается, он открывает свой бок. Правая рука для удара под ребра. Левая рука для печени. Правый апперкот для сердца.
А вот сюда бить запрещено, так? Да, все верно. О, да, я красивая, пчелка красивая. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой TrueGym. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока.